Здравствуйте, уважаемые любители бильярда. Наш телеканал начинает рассказ о финальном матче чемпионата Европы. Вот тот самый цикл трансляции, который мы предлагали вашему вниманию, сегодня завершается. И завершается он, естественно, самым главным. Два человека из 32 участников этого чемпионата Европы только лишь остались в сетке. Они образуют финальную пару. И, надеюсь, поведут очень интересную, захватывающую, бескомпромиссную, если хотите, борьбу за главный приз этого турнира. Вот, кстати, он на ваших экранах. Победителю 6-го чемпионата Европы вручат, среди мужчин вручат вот этот самый кубок красивый. Ну а участники финального матча, я думаю, вам известны. Если кто-то только первый раз смотрит трансляцию из Кишинева, из столицы Молдавии, где проходил этот чемпионат Европы, то я вам представлю Александр Паламарь, представляющий Украину, мастер, вот он справа на ваших экранах, и Юрий Пощинский, россиянин. Их совместных регалий хватит, ну, в общем, Александр, на то, чтобы Паламарь перечислять минут 15, поэтому я думаю, что любители бильярда знают, кто эти люди. Ну, а я представлюсь сам и представлю своего собеседника. Сегодня я сегодня не с Павлом Швецовым комментирую финальный матч. Дело в том, что мне Павлу Черемичину сегодня любезно согласился помочь Юрий Лобач. Никто иной, как спортивный директор ЕКП, вот, Европейского комитета по пирамиде, а также главный тренер сборной Белоруссии. Любители бильярда, возможно, обращали внимание, что несколько раз мы видели Юрия среди вот зрителей на трибунах со своими подопечными, с игроками белорусской сборной. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, уважаемые друзья. Итак, ну сейчас пока мы видим традиционную раскатку. Чей шар ближе остановится к короткому борту, тот и будет иметь право либо начать сам, либо передать это право сопернику. Как правило, все игроки, которые выигрывают раскатку, отказываются от начального удара. Играть будут они в американку. Ну, если, собственно, весь чемпионат Европы играли в американку, то странно, что финал будет проводиться в другую разновидность бильярда. Поэтому американка до 7 побед, в отличие от полуфинала, где было до 6, и от предварительных стадий, а также от начальных стадий плей-офф. Там было до 5 побед, напомню. Дистанция, по-прежнему, по мнению спортсменов, коротка. То есть 7 побед в американку, это для них это очень небольшое расстояние. В этой связи сразу первый вопрос моему собеседнику. Юрий, скажите, пожалуйста, а не задумывался ли комитет, так сказать, по пирамиде европейский как-то, может быть, увеличить вот эту самую, да, дистанцию, хотя бы в финальном матче, до 9, до 11 побед, нет? Ну, дело в том, что, во-первых, финал, как и весь турнир, проходит строго согласно регламенту, а именно регламент оговаривает количество финальных партий в финале. И к тому же в последний день, в воскресенье, проводился женский финал, за ним мужской. И если мы увеличим количество партий, то для зрителей, которые пришли в зал, это будет довольно долго. Мы сочли, что 7 побед – это оптимальный вариант. Ну, в общем, естественно, я не призывал вас непосредственно в субботу принять решение о том, что в воскресный финал у мужчин надо бы сделать чуть подлиннее. Нет, в принципе, так сказать, как говорил Михаил Михайлович Ванинский, может, что-нибудь в консерватории подправить сразу же, то есть регламент оговорить то, что вот выяснение отношений будет не до 5 побед, а, допустим, до 7 на предварительных стадиях, далее до 9, допустим, на стадиях плей-офф и до 11 финал. Вот что имеется в виду. Потому что вы наверняка же слышали, да, что игроки жаловались на то, что в вот свободную пирамиду, в эту американку, как все принято называть всеми любителями бильярда, эта дистанция действительно коротка. Мы внимательно прислушиваемся к мнению игроков, и именно поэтому мы увеличили предварительные игры до 5 побед. В прошлом году было до 4. Да, я помню. Да, и финал был до 6 в прошлом году, в этом году до 7. В общем, таким образом, есть шанс у нас где-нибудь к 2011-2012 году все-таки увидеть серии побольше. Просто лишь по одной простой причине. Не потому, что хочется как-то там чему-то научить или подсказать что-то еще, так сказать, выразить свое мнение. Нет, просто хочется побольше наблюдать вот за такой прекрасной игрой, какую сейчас показывает пока Александр Паламарь, который не пускает к столу Юрия Пощинского после того, как тот неудачно разбил. Уж больно строг Паламарь. Сейчас вот я обратил на это внимание, на первые
его удары, на церемонию открытия этого финала. Если вы заметили, Саша всегда такой улыбчивый, непосредственно, если можно так сказать, всегда расположен к публике и, может быть, даже к сопернику доброжелательно. Здесь он, обратите внимание, очень серьезен, собран. Ну, для меня это в новинку. Ну, взрослеет же ведь, в конце концов, вы же понимаете. То есть учится настраиваться на игру, тем более финальный матч. Еще раз напомню нашим зрителям, хотя неоднократно по ходу освещения турнира отмечал то, что Александр Паломарь защищает здесь свой титул, добытый год назад в Каунасе. Ну, кстати, первая ошибка ли? Нет. Везет, везет. По-прежнему считаются вот подобного рода шары. Вообще третий финал подряд чемпионата Европы для Паломаря. В 2004 году он играл с Канибиком Сагындыковым. Тогда он уступил 1-5. Но я помню хорошо этот финал. Тогда Канибика обыграть было просто невозможно. Игра была абсолютно идеальной. В прошлом году он играл в финале с Сеймуром Мамедовым из Азербайджана. Победил. И вот третий финал чемпионата Европы Паломарь-Пощинский. Кстати, вот, Юрий, в этой связи сразу же вопрос вам, опять же. Упомянули вы финал двухлетней давности против Каныбека Сагындыкова, да? А когда у нас вот бывшие, так сказать, азиатские республики, Союза Советских Социалистических Республик, войдут в Европейскую Конфедерацию? Уже Казахстан в футболе приняли, представляете? Я поправлюсь, свою ошибку. В 2004 году играл в финале Паломарь с Сагындыковым. Прошлый чемпионат Европы в Каунасе был еще открытым, и там принимали участие спортсмены Казахстана и Киргизии. Но на конференции ЕКП было принято решение о том, чтобы в чемпионате Европы принимали участие только европейские страны. Таким образом, закрыта дорога, да, для азиатских стран? Она открыта на этапы Кубка Европы и на Кубок Европы. А сам чемпионат так и останется для них пока дверью закрытой. Жаль, потому что там, ну, мы, то есть, знаем прекрасно, какое количество отличных игроков из этого региона, которые принимают участие в других ваших соревнованиях, которые проводятся под вашей эгидой. Ну что ж, тем не менее, и здесь как бы уровень без участия этих спортсменов довольно высокий, хотя есть вопросы и по этому поводу, но это чуть позже, наверное. Мы этого коснемся. Давайте пока обратимся к игре. 7-1 Александр Паломарь ведет с первой партии. Мы знаем, как Юрий Пощинский умеет настраиваться. Вот уж кто умеет настраиваться, кто показал себя по ходу этого турнира таким человеком, который... Ну, принимает решение так взвешенно и обдуманно. Единственное, что вот сейчас, наверное, просто неудачно выполнил отыгрыш. Ну, давайте более подробно, может быть, представим нашим телезрителям Юрия Пощинского. 1982 года рождения, Москва, пятый номер мирового рейтинга. К его титулам следует отнести, конечно же, чемпион мира 2005 года, бронзовый призер чемпионата мира 2006 года, серебряный призер Кубка Балтии и Кубка Балкан. Ну, давайте посмотрим пока на статистику. Сейчас вот за регалиями Юрия Пощинского обратим внимание на то, что дважды он ошибся. Этого вполне хватило Александру Паломарю, чтобы, видите, собрать 8 шаров к себе на полочку. Так, начало второй партии финального матча. Александр Паломарь ведет 1-0. Дистанция до 7 побед. И он же разбивает. Разбой на этом турнире не серийный, то есть в очередь. И по правилам разбой активный, то есть как минимум 3 шара из пирамиды, то есть 3 белых шара после начального удара должны дойти до борта, или же 2 должны дойти до борта, и один из них перекатится через среднюю линию стола. Ну, на мой взгляд, этот элемент бильярда под названием начальный удар или разбой в исполнении Паломаря один из сильнейших, в общем-то, игроков. Он
очень высокий процент попадания у него с первого удара. Ну, по моим наблюдениям, выше 50%. Ну, посмотрим, как он в финале будет разбивать. Вот уж где-где пригодится вот эта его сильная сторона, так это, наверное, в финальной игре. Давайте, уважаемые телезрители, посмотрим, как Александр Паламарь двигался по турнирной сетке на этом чемпионате Европы. В стартовом матче он встречался с азербайджанским бильярдистом Халафовым 5-4. Далее была встреча с Патой Хмаладзе, Грузия, 5-2. Эту встречу мы показывали, кстати, на нашем канале, так что любители бильярда могли посмотреть. Далее на его пути был еще один азербайджанский спортсмен, его соперник по прошлогоднему финалу Сеймур Мамедов из Азербайджана, 5-3. Павел Михово в России, 5-3. Марис Вартикс, Латвия, 6-3. Сложный сейчас шар был в исполнении Паламаря. Большая довольно резко была. Ну вот на, наверное, самом простом из всех тех, которые он сыграл в этой партии, из 6 забитых шаров, вот самый простой свояк в угол, видите, ошибается. Но действительно собран. Правильно вы отметили совершенно, Юрий. Собран, конечно, невероятно Паламарь. В интервью после матча Юрий Пащинский отметил после победы над, кстати, вашим подопечным Александром Костюковцом, Юрий Пащинский отметил такую вещь, что дармовым финал не получится. Имея в виду, что так просто он победу не собирается отдавать Александру Паламарю. Он сказал, что есть там у него над чем поработать еще за день до финала. И как только он улучшит этот компонент, он называл среди этого компонента свояков. Он говорит, что свои не очень хорошо падают у меня в углы. В середину чувствую, а в углы не очень. Вот, говорит, поработаю и думаю, что Александру Паламарю придется не сладко. Пока мы видим, что тут целая сборная Украины практически в полном составе. Так вот, он сказал, что я подтяну этот элемент и обещаю вам очень упорную борьбу. Окажу, мол, сопротивление Александру Паламарю. Отпускать на две партии, конечно же, нежелательно для Юрия. Хороший шанс ему дал Паламарь сейчас. Давайте посмотрим, как он справится. Хорошо переходит в угол. Вот как раз дальний свой, да? Может быть, вполне. Сейчас посмотрим. Вот с этой камеры было сложно определить. Если сверху будет план. А, ну пока начинает отсюда. А, и посылает, наверное, биток туда. Будет переводить, скорее всего. Да, к тому шару, который стоит по диагонали. Без бабочек, уважаемые друзья, играют спортсмены на этом турнире. Это нарушение формы одежды для чемпионата Европы. Но это вынужденная мера, так как около 40 градусов жары в Кишиневе, и такую поблажку организаторы дали игрокам. Ну, кстати, многие игроки жаловались, очень многие игроки говорили о том, что в зале было нестерпимо жарко, просто нестерпимо. В этой связи к вам, опять же, Юрий, как к чиновнику ЕКП, вопрос. Как же вы допустили это вот, так сказать, вспоминая известные советское кино. Как же вы могли допустить, что в таком зале, Тимур Мамедов на ваших экранах занял место в зрительском зале, в зрительном зале. Скажите, как же вы так выбрали место проведения, да, что не было нормальных условий кондиционирования помещений? Произошла досадная накладка, и она легко объясняется. Дело в том, что инспектировали мы этот зал заблаговременно, когда еще температура воздуха в Кишиневе была чуть выше нуля. Здание, в котором проходит соревнование, это здание Института физкультуры Молдавии. Современное хорошее здание с прекрасными залами и для игровых видов спорта, для единоборств. Все здание кондиционировано, и для нас было сюрпризом, что вот именно спортивный зал, система вентиляции здесь нас подвела. Ну хорошо, а сейчас вот
сейчас вот тут любопытные какие-то прения происходят между игроками. Видимо, поэтому Александр Паломарь такой серьезный. Обратите внимание, сейчас Юрий Пощинский, который, ну, известен в бильярдных кругах таким своим одиозным периодически поведением у стола, по-другому, наверное, не скажешь. Сейчас забив так называемого дурака, значит, начал бегать рядом с той лузой, куда он упал, и кричать 1-1, намекая на то, что у Паломаря тоже упал один несанкционированный шар. Вот, типа, мол, и у меня тоже упал. Потом, не сыграв свояка в угол, я вот не расслышал, то ли он, то ли кто-то еще, то ли Александр Паломарь сказал. Паломарь Александр сказал, да, вот мне подсказывают. Александр Паломарь сказал 2-0. Что там они имели в виду? В общем, отношения, я так понимаю, довольно напряженные между игроками. Ну, там судья у стола есть. Я думаю, что он в случае чего разнимет их. Если... Да, в случае рукопашной, да, конечно. Рукопашной, конечно, вряд ли дойдет. Но от этого, так сказать, зрелищность борьбы, градус борьбы при 40-градусной температуре в зале еще больше будет увеличиваться. Ну, а мы можем, уважаемые друзья, предположить с вами, вот причина таких отношений между игроками. На моей памяти чемпионат мира 2005 года. Уже с поражением были оба этих спортсмена. 3-0, до 4 побед проходили матчи. 3-0 вел Паломарю Пощинского. И, по-моему, 6-2 в четвертой партии Юрий Пощинский сумел, ну, сделать, наверное, невозможное. Отнял эту партию и выиграл весь матч. Конечно же, такие встречи, такие поражения не забываются. Вот. И, может быть, вот этот исторический факт объясняет многое. Объясняет ту принципиальность в отношении этих соперников. Может быть, он определяет и вот эту серьезность Паломаря, его такой настрой на борьбу. Ну, тем интереснее нам будет смотреть, чем это все закончится. Да, безусловно. Раз соперничество принципиальное, значит... Прекрасный шар, прекрасный сыграл. Ну, ошибается. Перед этим ошибся Александр Паломарь по отыгрышу. Вот Артем Моисеенко. На ваших экранах еще один украинский бильярдист. Пошла целая цепочка позиционных ударов. Думаю, что сейчас, естественно... Эта партия крайне важна как для одного, так и для другого. Как правильно Юрий отметил, все-таки 2-0 преимущество в финале. Это не то чтобы серьезно или критично, но, по крайней мере, развязывает руки спортсмену, который имеет такое преимущество. Он чуть спокойнее играет. А если этого спортсмена зовут Александр Паломарь, то там уже шансов у его соперников немного. И связывает руки, да, 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 другому участнику. Так, ну вот это вот обычно Александр кладет до железяки. Сейчас посмотрим. По размеру ошибся сейчас Пощинский. Ух ты. Не положил. Не положил. И что? Полез под стол, а уронил мелок. И, по-моему, с руки легко дотянуться будет сейчас Юрию Пощинскому. Очень важная партия. Хоть и самое начало встречи, вы понимаете, что перевес в дебюте, он может повлиять на дальнейший ход матча. Но вот это вот, это Юрий Пощинский, видите, вот сразу то ли в резку не попал, то ли что, что-то его отвлекло. Встал в стойку, тут же распрямился. Вот умение так встать, перенастроиться... Это опыт, это класс, это способность победителя. Вот уметь именно поменять решение, либо перенастроиться на удар. 7-7. Ну вот сейчас будет, наверное, важный удар. Забил, выиграл, понятное дело. Не забил, скорее всего, проиграл. Я так понимаю, чужого будет играть. Смотрит на точку Пощинский внимательно, выбирает ее. Вы, кстати, Юрий, как тренер сборной Беларуси, вот не ставите в пример вот такое поведение игроков у стола своим подопечным? Конечно, ставлю. И это
Ну вот и по себе могу судить, когда блестящий удар. 6-0 вел Пономарев этой партии. Да, ну 6-0 в американку и 7-0, говорят, не преимущество. Главное, что вот такие партии, конечно, являются украшением финала. Профессионал играет сам собой. Вот, у него перед ним стоит позиция, определенные технические элементы. Если он с ними справляется, то, соответственно, и выигрывает. И также этот вопрос можно по-другому спросить. Как вот часто тебя будут наказывать? Соответственно, чем сильнее игрок, тем меньше он подпускает тебя к столу, тем быстрее заканчивает партию. Поэтому чем сильнее игрок играет, тем чем у него лучше технический потенциал и кладка, тем, наверное, психологически немножко тяжелее играть. А я думаю, что для каждого это все-таки в первую очередь игра с позицией. Ну вот вы только что услышали мнение Юрия Пощинского. Вот, по крайней мере, эту позицию вот в партии, статистику которой сейчас на ваших экранах, вы можете видеть. Вот в этой партии, конечно, Юрий Пощинский позиционно разобрался великолепно. Плюс пара-тройка ошибок Александра Пономаря, и все его преимущества на нет сведено. Третья партия сейчас начнется. После того, как судья установит пирамиду. Начальный удар Юрия Пощинского. Неудачный был разбой в первой партии у него. Посмотрел внимательно, как поставил пирамиду судья матча. А это судья международной категории Сергей Сапигара из Молдовы. Вот уже который раз показывают Сеймура Мамедова. Это неудачный разбой. Я думаю, что неспроста режиссер показывает нам его, поскольку, знаете, вот как опять в другом известном советском кино, вообще-то на месте Юрия Пощинского должен был быть Сеймур Мамедов. Ну, в прошлом году так было, по крайней мере. Он смотрит, наверное, так завистливо. Был шанс у Сеймура завоевать звание чемпиона Европы, но на его пути встал Александр Пономарь. Великий и ужасный. Ну вот если так будет ошибаться Саша, то улыбку мы не скоро еще увидим на его лице. Да, сейчас в игру вступит его соперник Юрий Пощинский. Как по турнирной сетке шел Пощинский на этом чемпионате Европы? О, да. Вас это касается напрямую, я так понимаю. Поскольку он многих белорусов убрал с дороги. Да, но сначала он убрал с дороги Валерия Иванова из Литвы, затем молдавского бильярдиста Ганина. В 1/8 был повержен Пата Хмаладзе, Грузия. В 1/4 Владислав Василенко, Беларусь, 5-4. И в полуфинале Александр Костюковец, Беларусь, 6-1. Ну, причем вот мы показывали, естественно, игру Юрия Пощинского, начиная с 1/4 финала. Вот нам с Павлом Швецовым, мы тогда с ним комментировали этот матч, показалось, что на самом деле больше победы был достоин Владислав Василенко. По игре нам он показался гораздо более интересным. И, ну, что ли, не знаю, ну, просто, я даже не знаю, чем объяснить, почему он проиграл. Вот. Недаром вспомните, значит, завершение этого матча, как Юрий Пощинский хватался за собственную голову. Ну, на мой взгляд, 3 раза как минимум победа в матче была уже фактически в кармане у Василенко. Он ей этими возможностями не воспользовался. И проблемы, я думаю, здесь лежат в области психологии. Мы в Беларуси постараемся учесть эти ошибки, сделать определенные выводы. И, ну, будем надеяться, что наша победа впереди. Ну да, тем более у вас молодая команда. А вот эта серия, которую сейчас исполняет Александр Пономарь, началась после ошибки дальнего своего шара, несложного совершенно, Юрия Пощинского. Вы, Павел, говорили в начале репортажа, что были у него проблемы, которые он отмечал с этим ударом на турнире.
Но пока, видимо, не все здесь в порядке у него. Ну, мне кажется, что вот с такой позиции Александр Паломарь вряд ли ошибется. Вот все в отскок на сильнейшем ударе. Посмотрите, с подбоем. Раз, два, три, четыре. Шесть шаров были задействованы в этой комбинации, потому что был на сильном ударе сыгран свояк в отскок. Ну и вы понимаете, да, чем сейчас это завершится? Явно симпатии публики, на мой взгляд, на стороне. Безусловно. Паломаря. Посмотрите, да. Какой гром аплодисментов встречает его результативные удары. Все довольно быстро. Дорогие друзья, вот так вот вроде была неплохая позиция после ошибки Александра Паломаря. Помните, в самом дебюте он партии не забил свояка в угол. И Юрий отметил правильно, что свояк-то был несложный, который не сумел сыграть Юрий Пащинский. Ну а потом буквально двумя-тремя ударами, которые, ну так вот, будь оборудование чуть похуже на чемпионате Европы, я думаю, что мог бы и борт оторвать. Двумя-тремя ударами настолько раскрыл позицию Александр Паломарь, что хватило ему буквально пары минут, чтобы забить 8 шаров. Посмотрите на статистику. Вот в графе свой 3 забитых шара. Считается, что американка — это игра чужих шаров в основном, да, но вот свояками, как правило, меняется позиция. И меняется она в лучшую сторону, ну, для того, кто сыгрывает свояк. Так вот, Александр этими тремя своими ударами, тремя свояками погонял шары по столу довольно серьезно. И выходит вперед он. В этом матче 2-1. И опять начальный удар. Да, да, один, да, забил, давайте, да? Давайте следить, да, интересно, за этим элементом игры. Ух ты! Такого я еще не видел от Александра Паломаря. Да. А, нет, видимо, жарко пошел, то самое, пошел. Да, вот маленечко протереть себе лицо, руки. Привести, возможно, себя в порядок. Но вы знаете, что он мог пойти и после удара, да, приводить, да, себя, да, в порядок. Да. А то, что он пошел перед ударом, нравится мне настрой Саши здесь. Приведет ли это к результату? Давайте посмотрим. Ну, настраивается серьезно, по крайней мере. Такой настрой тоже может сыграть злую шутку. Но я не видел такого в исполнении Паломаря. Много я тоже не видел. Я вот сейчас, у меня у самого глаза был свидетелем. Округляются. То ли он ждет, пока, знаете, люди рассядутся. Ну, очень долго настраивается. Браво. Ну, браво. Что тут можно сказать? Вот если бы можно было мне похлопать, я бы, наверное, похлопал сейчас. И под левую руку тут, видите, все... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И в прошлой партии дал похожий шанс Паломарь. Не, ну вот Юрий Пащинский, он, конечно, умеет такими шансами пользоваться. Ну, соперники... Пащинский абсолютно правильно сказал в своем интервью. Конечно, игрок играет с позиции, но давайте не будем забывать. Около 40 градусов жара сегодня на улице. Жарко в зале. Еще, конечно, вот именно сейчас, в этом финале, игрокам приходится бороться с жарой. А это, конечно, накладывает отпечаток на концентрацию. Конечно, это еще добавляет сложности. Немного сейчас сильно по размеру сыграл Пащинский. Почти посадил на борт биток. Ну, я думаю, с машинки сейчас будет играть он, естественно. С машины. А, видите, он оттягивать будет шар к себе, да, и, наверное, чужого играть, делать оттяжку, и потом без машинки сможет битком, ну, это... сыграть в лузу себе. Да сейчас нервы должны быть какие у Юрия. Посмотрим, справится с этим ударом. Честь ему и хвала. Молодец. Молодец. Ну, как раз Юрий Пащинский всегда отличался и отличается, почему отличался, именно бойцовскими качествами. Хороший турнирный игрок, боец. А вот накат-то слабенький дал. Ну, во всяком случае,
читалось просто на клапштосе попытаться остановить биток. Юрий принял решение на верхнем вращении его там притормозить, но, похоже, перекрутил даже. Уж больно сильное верхнее вращение и далеко от борта, от второго соударения с бортом ушел биток. Мне показалось, что он так отошел далеко, потому что, так сказать, потерял накат, потерял вот это вот вращение поступательное, поэтому его и отбросило. Как правило, знаете, вот, Юрий, я не знаю, но вы как тренер должны лучше знать все эти нюансы игры. Вот обращал я внимание, как правило, игроки при подобного рода ситуациях редко когда пользуются клапштосом. То есть все играют в сильнейший накат, и шар, облизав несколько раз створ лузы, там в итоге в этом районе остается. Ну, спортсмен принимает решение, отталкиваясь от своих технических возможностей. Если у кого-то дальний клапштос такой остановить просто сильнее, как элемент собственной игры, то он и применяет. Чуть успел сейчас убраться со стола Пощинский. Ну, кстати, вот это дураком нельзя назвать. Это премия, да, это премия чистой, конечно, воды. Он же сыграл тот шар, причем на такой резкий выцелил. Ну, вот видите, со свояками никак пока не справляется. Юра. Ну, сейчас довольно сложный был свой. Далеко. Вот, посмотрите, какая резкая. Прекрасный удар. Ну, неужели играть будет? С выходом. Да. Какое бы количество еще игроков из такой позиции приняли атаковать вот именно ту лузу? Ну вот, зато и любим Александр Паломарь. Почитателями этой игры. И, кстати, на сегодняшний день второй номер мирового рейтинга Александр Паломарь. В первую очередь это говорит о стабильности игрока и о его надежности. Угу. Смотрит, как попасть, наверное, в пирамиду. От двух бортов. Вот видите, очень боковое дает сильное вращение, но в пирамиду не попал все равно. Но и шар-то был непростой. Посмотрите, вообще непростой. Резко очень серьезная, так? И все равно настолько уверен в себе Саша, что и даже такой удар пытается играть с продолжением. Неужели свояка будет играть? Ну, контролировал, ну, сейчас. Да, разводил явно мимо пирамиды. Ну, его сейчас улыбнулось немножечко спортивное счастье. Украинской команде, в частности, Александру Паломарю. Счастье-то улыбается, а вот сам Паломарь по-прежнему улыбку придерживает. Хотя, действительно, ну, не часто мы видели такого Александра Паломаря. Да что уж там, грехоты. Первый раз. Так, ну сейчас, похоже, будет здесь небольшое затишье, связанное с тем, что уж больно позиция закрытая. Юрий, как вы оцените выступление своей команды на этом турнире? От вас было трое, естественно, Евгений Курта, естественно, Александр Костюковец и Владислав Василенко. Это сейчас действительно сильнейшие ваши игроки, да? Да, кроме этого, у нас была женская команда, где играла Елена Бунос, Виолетта Климова и Ольга Булкакова. И впечатление двоякое от турнира. С одной стороны, мы оказались лидерами по количеству медалей. У нас три. Две бронзы и одно серебро. У Украины, у России по две было награды. С другой стороны, вы, уважаемые друзья, видели матч Василенко-Пощинский, где чаша весов вполне могла склониться на нашу сторону, и тогда полуфинал был бы чисто белорусский, и, сами понимаете, мы могли надеяться и на чемпионское звание. Поэтому ну, для сравнения, в прошлом году у нас не было медалей на чемпионате Европы, так что... То есть шаг вперед, безусловно. Да, шаг вперед, безусловно, есть, но та игра, которую показывали наши бильярдисты здесь, ну, позволяла надеяться и на большее. Вы знаете, Курта меня в этом смысле разочаровал.
Я вот не видел его матч против Павла Михового, где в контровой партии там 8-6 Михов одолел лидера белорусской сборной. Но вот я видел матч на предварительной стадии против Ярослава Винокура. Потом Женя сам признался, что ну а что я мог сделать? Мне никто ничего не дал сделать. Да, что касается Винокура, это то, что называется, попал под поезд. Так блестяще да. играл Винокур. Что касается матча с Павлом Михов, то, ну, давайте не забывать, что Михов действующий чемпион мира. Очень сильный спортсмен. В контровой партии все завершилось. И, ну, победа, поражение в равной борьбе, равному сопернику. Ну, что ж поделаешь. То есть вы не ругали? Нет. Сейчас вот Юрий Пощенский великолепный шар положил. Другое дело, что удар-то был без продолжения. Ну, положил, забил один шар, изменил счет. Здорово. А дальше, вот видите. Ну, при счете 5-5 повести один шар при закрытой позиции. Это конечно, хорошо, но это, мне кажется, ни о чем. Смотрите, вот. Неужели чужого? Вот мне кажется, пошел на чужого. Вот, судя по размышлениям. Ну, чужой по перспективе не будет. Да, чужого. Так посложнее же. С разбоем, пожалуйста. Да. Вот я к чему. Да, вот можно было сыграть свояка, и опять изменить счет, было бы 6-6. Но дальше играть было бы нечего практически. Не знаю, правда, как там траектории не углядел я сразу, но однозначно чужой был, так сказать. И все. Да, и вот, и пожалуйста. И 3-1. А перед этим Юрий Пощенский забил великолепный шар, да, сделав счет 6-5. Лучше бы он, наверное, этого не делал. Ну, для него лучше, естественно. Итак, 8-6. И эту партию забирает Александр Паламарь. По-прежнему ни тени улыбки на лице. 3-1 повел украинский спортсмен. Часто ли получается проходить весь турнир, ну, в одном состоянии, то есть в одном ключе? Ну, нет, не получается. В одном состоянии не получается играть турнир. Каждый день разные состояния, разное настроение, разное, все разное. И потом во время игры находишь то состояние, которое необходимо тебе для игры. Для того, чтобы победить именно. А на это много времени уходит, вот, на такую перенастройку? То есть с утра встал с одним настроением, пришел уже другой. Ну, у меня настроение реально очень быстро меняется. У меня может быть очень поникшее, а потом резко быть очень веселое. Поэтому в игре я быстро нахожу то настроение, которое мне поможет выиграть. Ну, в общем, Александр Паламарь действительно быстро может находить настроение, которое ему нужно. Ну, и соперники ему еще в этом иногда помогают, как вот в этой партии Юрий Пощенский. Статистику изучайте. Паламарь давал интервью, так собрано, насупивши брови, так важно рассказывал. И вот мне почему-то представилось, что вот лет 30 вперед еще Паламарь, молодые бильярдисты где-то у него под ногами, и он им так за жизнь рассказывает, что, как. Вот просто первый раз я такое вижу, такое серьезное интервью, и вот почему-то сразу на меня навеяло. Никак не удается Юрию вот наладить разбой. Да, это уже пятая партия, соответственно, третий разбой Юрия Пощенского, третий неудачный, а Александр Паламарь ответил двумя удачными разбоями. Ну и видите, счет в финальной встрече до 7 побед, которые проходят по регламенту, счет 3-1. Впереди Александр Паламарь. Сносит со стола правой буквально рукой. Все. Сейчас наносит да, удар. Не с руки, не с руки играет. Сейчас посмотрим. И с подбоем. Все равно, какой рукой. Середину, до железа. До 7 побед, напомню, уважаемые любители бильярда, идет финальная встреча. 3-1 впереди Александр Паламарь. Сбор-то ведь сложный, но похоже, что сложности вообще для Александра Паламаря
Практически нет. Да еще, видите, когда игра значит многое для него. Ой, ну, хороший прохёл. Автовыход какой, смотрите, случается. Да. Как мягко. Сильное боковое вращение было, но медленно шел шар. Да, ползунок так называемый, да? Потому что если чуть сильнее сыграй, вполне возможно, могли и сконтратушиться шары. Потому что недалеко от борта стоял. Прицельный шар. Надо еще отметить, безусловно, понимающую, разбирающуюся в тонкостях бильярда молдавскую публику. Да-да, вот только хотел вам сказать по поводу того, что вы говорите, что явно болельщиков больше у Александра Пономаря. Ничего подобного. Если отлично играет Юрий Пащинский, ему аплодируют, знаете, не менее интенсивно. Это делает честь зрителям. Да-да-да, безусловно. Они неоднократно у себя в Кишиневе наблюдали турниры и игроков самого высокого уровня. И, наверное, игрокам приятно играть для такой аудитории. Вы знаете, вот это уже 9-я трансляция, которую мы смотрим с чемпионата Европы из Кишинева. Вы знаете, ни разу не слышал, чтобы зазвонил у кого-либо мобильный телефон. Тут две причины. Либо действительно очень воспитанная публика, либо еще, так сказать, сотовая связь не добралась до Молдавии, что вряд ли. Еще как добралась, это еще один реверанс в сторону безусловно. Зрителей. Так, 4-0 впереди Александр Пономарь. Вот после этого промаха есть там есть удар. Ну, правда, что через пол стола играть со съемом, ну так и будет, да. Видите, попринее выбирает, но с другой стороны снимает шар с той зоны, которая, так сказать, довольно активна для игры. Нет. Вот. Резку выбрал, да. чтобы вернуть шар сюда, либо разбить пирамиду. Блестящий удар. Эх, сейчас бы Александра Пономаря посмотреть. Но не показали, только мелькнуло там каменное лицо. Очень понравился мне удар Пащинского еще и чем. 1-3, 0-4 в партии. 1-4 это уже практически катастрофа. И посмотрите, более сложный удар он выбрал. Блестяще его исполнил. То есть нормально, все у него нормально с психологическим состоянием. Сломать Юрия Пащинского, знаете, это не каждому под силу. Ах, как же ошибаться вот на таких-то ударах. Опять свояк. Другое дело, что в середину. А в середину он отмечал, что чувствует он эти удары. Но вот тут ошибка. Не прощает эту ошибку его соперник. Ну, шар забил, хорошо. Дальше что будет делать? Стоит свояк, куча... А, он вот так вот играет. Чуть, нет игры. Да, чуть потолще накрывал, но видите, зато... Посмотрим. По куче не попал, но и свояка не смог забить. Ну, неужели атака? Нет, вот играешь. Может быть, правильно. Безусловно. Явно складывается игра у Пономаря. Где-то его немножко остудить. Подержать игру. Замедлить темп, сбить темп. Очень правильное тактическое решение. Ну, пользуясь случаем, что у меня такой в гостях чиновник высокого ранга от Европейского комитета по пирамиде, не могу вот что не спросить. Юрий, вот вы заметили наверняка, да, что на чемпионате Европы не присутствуют, допустим, от России, да, такие... Сейчас, одну секундочку, что случилось? Штрафуются, да, видимо? Судье показалось, что не было контакта с бортом при соударении шаров. Был просто перекат через середину. Это штрафуется по правилам.
Да, дорогие друзья, напомню вам быстренько штрафы. Вот это повтор, посмотрим. Вот соударение, борт, есть борт и перекат. Это, да, это не штраф. Абсолютно прав Юрий Пащинский, никакого штрафа здесь нету. Я же не получу, я специально отыгрываюсь, я знаю, что я делаю. Бью шар в борт, я правила знаю. Вы думаете, вы ударили... я понимаю, что это я не проигрываю, но я не отъехал еще, чтобы на ровном месте перекатывать просто. Слушайте, порадую сейчас спортсмена, не отъехал, несмотря на такой счет. Вот, конечно, здесь судья просто, наверное, потерял на секундочку концентрацию. Вы знаете, меня вот что порадовало. Александр Поломарь, посмотрите, как себя повел. Он подошел и сказал судье: не штраф. Вот это, конечно, ну, за такое поведение у Александра Поломаря, я думаю, прибавится еще больше, так сказать, болельщиков. Всегда корректно себя ведет Поломарь, да, в игре. Да. Этого у него не отнять. И вот данная ситуация тому пример. Крупно нам дали судью. Но все мы люди, все, да, ошибаются, игроки ошибаются, да, судьи. Более, что... В квалификации Сергея Сапегары, уважаемые друзья, мы нисколько не сомневаемся. Это очень высокий уровень судейства всегда на многих турнирах. Просто повторяю, плюс 40 в зале, ну, как бы, возможно, это слабое. Ой-ой-ой. Вот за это любят зрители молдавские, в частности, Александра Поломаря. Мне что еще удивляет, да, то есть судья принял решение, громко объявил, да, и игроки, что еще удивительно, да, что ведь еще и соперник сказал, что это не штраф, игроки вдвоем сумели убедить судью, и судья изменил свое решение. Вот в футболе, представьте, вообще возможно такое? Показал на точку, допустим, все, извините, там хоть умри. И какое количество футболистов обычно бросается к судье? Мол, вы что, товарищ судья? В мяч же играл, поворотом же бил. Ну, в общем, как правило, не меняют, да, не только в футболе не меняют принятого решения, и в баскетболе есть там. Но это позволено бильярдными правилами. Дело в том, что если бы даже Поломарь не признал, то Юрий Пащинский мог бы пригласить представителя команды, либо главного судью, настаивать на своей невиновности, и правило позволяет использовать видеозапись для восстановления справедливости. Ну, в общем, видеозапись, как мы видели на повторе, четко бы показала, что, конечно, ошибся именно судья. Ну, все, забыли этот эпизод, тем более, что справедливость сразу же восторжествовала. Я хотел все-таки вот к чему вернуться. По поводу того вопроса, который я начал задавать еще вот до этого курьезного эпизода. Нету на этом турнире таких сильнейших российских игроков, как, допустим, Кирилл Онищенко. Так, на секундочку, первый номер мирового рейтинга, да? Нету, так сказать, человека, в квалификации которого вообще никто не сомневается, допустим, Евгений Сталев. В этой связи у вас же квота, да, определенная, так сказать, на участие от каждой федерации в чемпионате Европы, в финальной участии, да? Да, в данном случае у России, Украины, Белоруссии по 3 спортсмена. Может быть, как-то, так сказать, видоизменить формат турнира в связи с развитием, вот, с подобного рода развитием ситуации, с такими обстоятельствами, что по какой-то причине лидеры национальных команд не приезжают на чемпионат Европы, что, согласитесь, несколько девальвирует его значимость. Ведь вам наверняка бы хотелось, как организаторам, видеть сильнейших игроков. Здесь дело совершенно в другом. Дело в том, что командировать национальную сборную на чемпионат мира, Европы, на другие официальные турниры – это прерогатива национальной федерации. Вот. И здесь я не могу комментировать, по какой причине Онищенко либо кого-либо другого представителя России нет на чемпионате Европы. Угу. То есть это наша федерация, да, вот формирует? Это внутрироссийский вопрос. Понимаю. Ну что же. Ну, а вы очень, вот в данном случае, очень. Ну, я бы поставил рядом с этим ударом знак вопрос. Например. Думаете? Ну, если бы судья посчитал этот удар пропихом, у него были бы для этого основания. Во всяком случае, на мой взгляд, даже после просмотра повтора, это 50 на 50.
Ну, как правило, так сказать, за чистоту бильярда здесь это самое. Если выступать, то не вам рассказывать, да, что иногда бывает следующим образом при сыгрывании таких шаров. Биток проходит чуть-чуть вперед, да, после чего, получая обратное вращение, все-таки откатывается назад. Вот если бы так случилось, скорее всего, судья бы, может быть, и оштрафовал Александра Поломаря. Но поскольку тут после соударения сразу же биток пошел назад, хотя наверняка контакт был, естественно, на клейке, на свояке в то время, когда он касался чужого шара. Но, тем не менее, засчитали. Александр Поломарь взял и эту партию, повел 4-1, и Юрий Пащинский объявил о том, что ему просто необходим технический перерыв. Его можно понять. Статистика на ваших экранах. Посмотрим, что изменится после перерыва. Итак, шестая партия начнется сейчас. Перед ней Юрий Пащинский взял тайм-аут, поскольку явно, что ситуация в матче складывается в пользу его соперника. Ну что, третий разбой Поломаря. В этой партии два предыдущих были результативные. Да. Ну вот. 3 из 3. Вы знаете, еще как минимум один разбой будет Поломаря. Я один раз только видел ситуацию, когда все начальные удары спортсмен свои сыгрывал результативно. Это был матч, кстати, Евгения Курты и Юрия Пащинского. И кто там отличился таким образом? Курта положил все шары с разбоя, но, как это ни странно, это ему не помогло победить в поединке. Он там уступил 3-5. Так, второй шар следом отправляется. Ой-ой. С разбоем. Да, такого Александра Поломаря остановить будет сложно. Даже если сейчас Александра бросить под поезд, я думаю, остановится поезд. Они видели мы еще в этом финале с разбоя из кия. Да, 8 шаров пока еще никто не положил из кия. Ну, возможно, что все впереди. Вот сейчас, позиция, допустим, хорошая. Да. Но пока все это продолжается, раз уж мы с вами, Юрий, остановились на достижениях Юрия Пащинского, то, наверное, глупо было бы не сказать о всех тех регалиях, которые вы посчитаете нужным отметить у Александра Поломаря. Ох. Немного времени, правда, осталось, да, до завершения этой партии, тем не менее, так сказать, основные вехи. Ну, основные вехи. Победитель чемпионата Европы 2006 года, Кубка Кавказа 2004 года, серебряный призер чемпионата Европы 2004 года и серебряный призер Кубка Азии 2005 года, чемпионат мира последний 2006 года, серебряная награда. И совсем недавно закончился Кубок мира по комбинированной пирамиде в Алма-Ате, где Александр Поломарь занял первое место. Ну и действующий чемпион Европы. Также забыли произнести, который сейчас защищает свой титул. Имеет шанс стать двукратным чемпионом Европы, тем более Европы, тем более, что после вот этой партии он уже повел в матче со счетом 5-1, а, напомню, по регламенту до 7 побед проходит эта встреча. Идеальная статистика. Павел Швецов бы сейчас, наверное, прыгал бы от счастья. Посмотрите, Юрий Пащинский 0-0-0-0-0-0-0, Александр Поломарь 8-0, 100%. Ну, а там как свой чужой уже не суть важно. Партия с кия, и вот если бы разбой был серийный, кстати, Юрий, как вы считаете, может быть, дать возможность, так сказать, игрокам проводить серийные разбои? То есть, если ты выиграл партию с кия, да, то можешь дальше нести какое-то количество шаров. Вот лично я, мое сугубо личное мнение выскажу, я считаю, что игрок должен разбивать выигравший. Здесь два момента есть. Первое,
Могут быть очень большие серии «Ския», что будет наверняка интересно и зрителям в зале, и телезрителям. И мы можем тут фиксировать всевозможные рекорды со стороны спортсменов. Во-первых. Во-вторых, давайте говорить, выиграл партию, не положил с разбоя, у соперника есть шанс. Может быть, это больше боевых партий-то будет в турнире. Согласен совершенно. Так что мешает? Есть правила определенные, они приняты. И чтобы пройти процедуру их изменения, это довольно непростой процесс. И если что-то менять, то должны быть, должны быть еще какие-то другие изменения, более серьезные. И тогда уже можно будет поднимать и этот вопрос, чтобы это все было согласно протоколу и регламенту. Кстати, если бы не удар, Юрия Пащинского, снова, кстати, неудачный, обратим внимание. Это какой разбой получается? Счет у нас 5-1. Седьмая партия, четвертый разбой Юрия Пащинского и 4 начальных удара неудачные. И это тоже не характерно для Юрия. У него, я наблюдал в этом турнире, довольно нормально получался разбой. Вы знаете, я думаю, что в данный момент все-таки Юрий сломлен. Мы, правда, пока его не видим у стола, редко он появляется там. Судя по позиции. Эх, чуть сильновато, наверное. Давайте подождем все-таки его возвращения к столу, чтобы либо подтвердить ваше предположение, либо, наоборот, опровергнуть. Вы знаете, Юрий, я хочу вам открыть одну маленькую тайну, как говорили в другом советском кино. Я вам один умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. Если бы сейчас не этот промах Александра Пономаря, мы вообще бы могли не увидеть Юрия Пащинского больше у стола. То есть сейчас бы партию «Ския» бы унес господин Пономарь, потом его разбой. Учитывая, как он кладет с разбоя и как он умеет делать партию «Ския», но это все уже, так сказать, сослагательное наклонение, поскольку все-таки не попал Александр Пономарь, и к столу подходит Юрий Пащинский. Если что-то и возможно изменить в ходе всего этого матча, то это как раз только сейчас. Открытая позиция 1-5. Отступать дальше практически нет. Да, и 0-5 в этой партии. Есть здесь что сыграть, есть где комбинировать. Давайте посмотрим. Со скрипом. На мой взгляд, позиция не улучшилась себе, позиция не улучшилась никак. Да. Что сейчас? Перевод, да? Но, опять же, видите, по силе удара, свояк разве что, чужой, возможно. Но, опять же, хотя чужой на сильной оттяжке там, возможно, подобьет пару шаров. Там потревожит все шары, либо свой через стол. Свой через стол. Острое, смотрите, какое продолжение выбирает Юрий. Довольно острое. Может, упадет? Нет. Подпрыгнул биток, по-моему, во время соударения. Сейчас посмотрим во вторе. Сильно подпрыгнул. Небольшой технический брак в ударе, конечно, был при этом. Осведомился о чем-то Александр Пономарь, судьи. Как правило, в этот момент он спрашивает, сколько надо до победы? Три, да? На полке все лежит. Да это ж надо оборачиваться. Прекрасный перевод. Да. И издевательски, по-моему. Не иначе. 8-2, 6-1. Есть сейчас желающие поставить хотя бы 1 рубль на победу Юрия Пащинского в финальной встрече чемпионата Европы? Если есть, то эти люди могут стать миллионерами. А могут лишиться рубля. Да. Двумя ударами в отсутствие трех необходимых шаров на полке Александр Пономарь завершил эту партию. Давайте посмотрим его статистику. Статистика феноменальная, что там говорить.
свой чужой 2-6. Ну, там, видите, чужих аж сразу по две штуки забивал. Александр 6-1 он повел. Не знаю, дорогие друзья, сумели ли вы увидеть кадр, который предварял вот этот верхний план. Оператор заранее подошел вот под эту лузу и подставил под нее камеру. Мол, ожидаем. И вы знаете, Александр Паломарь не заставил, собственно, оператора разочароваться в выбранном, так сказать. Если он выиграет эту партию, то это 100% результат с разбоя. Да, пока вот 4 раза разбил, 4 раза забил. Так, ну 2-0. Довольно легкое продолжение. Накат, подбой. Нет, уйдет шар, наверное. Да, уйдет, но... Вот сейчас титр нам немножечко закрывает среднюю лузу. Мне кажется, сейчас уже Александр Паломарь... Понятно, что он не сомневается в своей победе. Ему нужно... выиграть. Ему это нужно сделать теперь как можно более эффектно, да, и вот такие удары этому, да, этому только способствуют. Тут уже все смеются просто. Отыгрывается, да? Или атакует? Не, ну отыгрывался, естественно. Ну, мне трудно сказать, что сейчас в среднюю вроде не просматривалось, но чтобы настолько так по размеру, да, плохо отыграться, тоже не похоже. Юрий Пощинский даже не торопится вставать. Да, вот пирамиды будут играть в надежде открыть позицию. Ну, конечно же, и сыграть своего. Ну, в таком состоянии, наверное, может быть, был не лучший. Ну, 0-5. Нет, я понимаю. По счету, конечно, так и надо. Еще Александру с руки. Ну, мы помним, что когда был другой счет по партиям, Юрий пытался и изменить игру позиционную, навязать своему сопернику. Шесть ноль, шесть один. Непростая была турнирная сетка у Паломаря. Мы называли фамилии его соперников. Один сложнее другого. Без поражений прошел турнир Александр Паломарь и заслуженная победа. Все, дорогие друзья, можно бросаться и поздравлять Александра Паломаря, который вот только сейчас первый раз за эти 1 час и 10 минут позволил себе улыбнуться. Молодой украинский бильярдист, двукратный чемпион Европы, к радости всех его почитателей и всей украинской сборной, которая, он, видите, там свистит на трибунах. Так вот, повтор такого рукопожатия довольно странного, но, повторяю, уж больно принципиальные соперники. Любят они друг друга по-своему. Ну и здесь, вот, пожалуйста, чемпионка Европы обнимает чемпиона Европы. Саша, конечно, великолепно сыграл, но тут стопроцентно это не пошел у меня разбой. Я как бы сделал ставку на разбой в этой игре. И вот по статистике я 4 раза не забил шар, а Александр 4 раза забил.
Вот единственный раз он забил шар с разбоя и потом не забил, и я вот эту партию выиграл. А так посчитать 4 я не забил, и, соответственно, 3 он забил, 7. А вся игра, я и давно это знал, что русский бильярд в американку по таким правилам и по такой динамичной игре, поскольку столы сейчас очень стали такие быть, как сказать, очень приемистые, и все определил разбой. Поэтому я ни в коем случае не умаляю достоинства Саши Поломаря. Он действительно великолепно сыграл. Но я думаю, что счет бы не был таким разгромным, если бы действительно не вот такой вот 100% результат в ту сторону и минус 100% в эту сторону. Да, я хотел очень победить, тем более, что я еще и играл с Юрой в финале. Мне это давало дополнительный заряд энергии. Я так сконцентрировался, наверное, на всю игру и так и провел ее. Мне показалось, или были чуть мрачноваты, то есть такая какая-то такая мрачная собранность была, обычно там больше там улыбайтесь там. А здесь да. Такая предельная концентрация была? Да, вообще абсолютно. Ничего я не хотел близко дать ему, чтобы он смог что-то сделать, выиграть как-то финал. Ничего. В общем, раз уж мы такую, так сказать, реминисценции к советскому кино отсылали одну за одной, знаете, как говорили в фильме «Покровские ворота»? Догнать Савранского – это утопия. Вот и победить в финале Александра Поломаря тоже уже, так сказать, из разряда утопии, наверное, становится. Хотел он, чтобы Юрий Пащинский, так сказать, провалился на его фоне в финале и этого достиг. Хотя, с другой стороны, Юрий, не знаю, как вы согласитесь с игроками или нет, но вот то, что не пошел действительно разбой совершенно у Юрия Пащинского, во многом и это обусловлено такую легкую победу Александра Поломаря. Хотя ведь он там клал не только с разбоя, правильно? Да, оценка Пащинского причин своего поражения, она была грамотная, и несмотря на то, что только что после игры довольно взвешенная. К сожалению, он уехал уже. Александр Костюковец, Беларусь. Ну вот, давайте порадуемся за белорусскую команду, тем более, что Юрию Лобычу, наверное, будет приятно видеть вот эти кадры. Все-таки это первая, я так понимаю, да, у вас медаль? Нет, у нас не первая второе медаль место. Юрий Пащинский, на чемпионате Европы Россия. Мужчин. Награждение производил, и его сейчас производит, давайте представим, президент Федерации бильярдного спорта Молдовы Александр Гетманец, который много сил приложил к организации этого турнира. Чемпионом Европы второй год подряд стал Александр Поломарь, Украина. Ну и двукратный чемпион Европы Александр Поломарь. Его награждает президент Европейского комитета по пирамиде Александр Соколов, Беларусь. И вручает ему вот этот красавец кубок. Ну, по идее, тут должны грянуть какие-нибудь салюты, конечно. Но боюсь, что кроме аплодисментов ничего не будет. Видите, прекрасные дамы, участницы чемпионата Европы, украинская делегация. Я еще раз хочу поблагодарить гостеприимную молдавскую землю. Большое вам спасибо. Нам было, за исключением жары, очень комфортно у вас играть. Конечно, ну, жара это от Бога. А ваши улыбки, ваше гостеприимство всегда согревают. В Молдавии мы приезжаем с большим удовольствием. Я думаю, что это не последний турнир Молдавии. И на этом чемпионат Европы 2007 года объявляю закрытым. До новых встреч на чемпионатах Европейского комитета по пирамиде. Ну вот, дорогие друзья, вы слышали, как состоялась торжественная, так сказать, официальная церемония закрытия этого чемпионата. Ну а мы, наверное, вспомним с Юрием вот лучшие моменты. Скорее всего, конечно, они в основном будут состоять из ударов Александра Поломаря. Юрий, что-то можете добавить, сказать, оценить, так сказать, по завершению вот такого грандиозного спортивного праздника, как чемпионат Европы по пирамиде, тем более, что и вы являлись одним из главных организаторов этого первенства? Конечно, были накладки, конечно, были трудности. Организаторы по мере возможности их преодолевали. Надеюсь, справились. Я поздравляю чемпионов, это Александра Поломаря и Анастасию Лупову.
И тут, и другой, кстати, стали двукратными. Из России подряд, да. Я могу сказать, что в этом году еще много турниров по бильярду европейской конфедерации по пирамиде. Ближайший пройдет этап Кубка Европы в Одессе в сентябре. Ну, зрителям посоветую. Уважаемые друзья, играйте в бильярд, это прекрасная игра. Посмотрите, вспомните, как на, так сказать, несанкционированный шар отреагировал Юрий Пощинский. Была там у них небольшая словесная полемика после этого с Александром Пономарем. Но мне кажется, что прежде всего, конечно, за счет сумасшедшей формы своей, за счет сумасшедшей кладки, умения сносить все со стола к себе на полку. И прекрасного настроя. Да, и прекрасного настроя. Да, ведь мы обращали внимание, что такого Александра Пономаря мы, в принципе, не видели. Вспомните того же Александра Пономаря. И вот, кстати, мой коллега Павел Швецов об этом много говорил, что я, говорит, не помню, чтобы Александр Пономарь, вот, допустим, так играл, так сказать, по... выходы по зонам делал, да, вот он как бы он растет как игрок, причем год от года. Вот в этой связи, так сказать, его, наверное, последние успехи вот в Алма-Ате на командном Кубке мира, да, или же вот на таком крупном турнире, как чемпионат Европы, да и в наших, так сказать, трансляциях, в турнирах, которые снимает телеканал Спорт, производит их, это Гран-при городов Евразии. Там тоже Александр Пономарь, ну, мягко говоря, не теряется на фоне сильнейших игроков, ведь он там всего-навсего 8 спортсменов принимает участие. Давайте, пользуясь случаем, еще поздравим Федерацию бильярдного спорта Украины, ее вице-президента первого Юрия Владимировича Лишенко, который возглавлял здесь делегацию на этом чемпионате Европы. Ну что же, но... Подошло время прощаться. Павел Черемисин и Юрий Лобович говорят вам до свидания. Большое спасибо, что все это время были с вами. Увидимся. До свидания.